Итак, друзья, продолжаем прогуливаться по острову Валетта. Находимся на острове Мальта. Точнее, по острову говорю Валетта, по городу Валетта. Находимся на острове Мальта. Вот так вот раз, и домой зашла женщина. Так, что у нас тут? Написано, это War Rooms. Ну, я тоже. Военные комнаты. А, военные комнаты. А, казармы, наверное, здесь. Да. Точно. Вот это, наверное, казармы. Казармы, скорее всего. Ну да. Если военные комнаты, что еще может быть? Ой, какой кис красивый. Да. А кис вообще прикольно, смотри, какой. Можно поглядеть? Такой еще зеленоглазый. Ой, какой хороший. Какой хороший. Такой темный. Такие лапы у них классные. Такой вот город. Вот здесь вот, видишь, что-то написано? Ведь скоро это будет закрыто для публики. Поэтому пока что вы можете посетить, да? Наслаждаться этим местом, можете посетить его. Интересно, почему же будет закрыто оно для публики? Реставрация будет. А, реставрация. Ну да. Тоже правда. Ну давайте, друзья, пока это открыто, посетим. Мне кажется, тут уже закрыто. Можно? А, может быть, имеется в виду не это место, а вот это на выше, которое. Скорее всего. Какое-то французское кафе. Дю-дю. Баронессы. Две баронессы. Две баронессы, да? А, это кафешка здесь. Смотри, какая. Ну да. Да, да, да. Но зато кафешка какая прикольная. Да. Вообще сильная. Да, видать, все-таки они имеют в виду, что кафешка будет закрыта. Потому что потом будет, когда реставрация вот этой темой. Понимаешь? Это да, такой, наверное, такой завлекательный маневр. Хороший маневр и на самом деле очень хорошая кафешка. Угу. Потому что, по крайней мере, красивая. Угу. О, китайская еда тут. Китайская еда сюда забыла. Ага. Смотри, улица какая. Вот здесь был Вася, смотри, Якутия, Москва, Ярославль, да, Россия. Вот Россия много, но все нравится. Ага. Да, да. Все, кому не лень, здесь, в общем, ставили свои надписи. Естественно, оставили и самые хорошие надписи, которые должны были оставить. Да, да, да. Богатый русский язык. Да, который символизирует очень богатый русский язык. Такие здесь прикольные. Для велосипедов стоянки. Отгоняешь велосипед и к нему ставишь, и вон там его привязываешь. Видишь, вот эта штука, смотри, для чего сделана. Чтобы здесь этот трос засовывать. Так, а мы же пойдем вот в этот парк посмотрим, как у нас тут дела. Давай-ка сначала посмотрим, что это, что за парк у тебя. Это Бараката Фуг Гарден. Бараката Фуг Гарден. И в память вот этих всех, которые тут написаны. Ага. В общем, баракатный этот парк, так что можно пойти посмотреть. О, красивый. Очень даже красивый.
Да, и красиво, и пахнет очень, да, вообще. Ага. На деревьях, которые. Смотри, какой хвост вообще не отходит. Сиди, сиди, сиди. Да, сиди ты, котик, сиди. Это из той же бригады они, видишь? Такие же, ага. Они здесь что-то присматривают, смотри, они здесь что-то, видишь? Увидели на дереве. Может, эти мухи? А, вот, ага. Ну, давай, давай, что там увидел ты? Ну? Ну, делай рывок. Нет, что-то не хочет он. Ага. Это вот эти пахнут? Да, вот эти вот пахнут. Да, эти пахнут. Очень вкусно. О, ничего себе. Смотри, здесь какие лорды. Мальтийские. Тоже на этом. А, нет, это на английском вроде. Да. Со львами такой сидит. Видать, в свое время здесь заправлял. Может быть, был главным по туалетам. Точно неизвестно, но... Притом, с такой с протянутой рукой. Интересный персонаж. Видишь, с протянутой рукой сидит здесь. Ну да, видать, раньше сидел на входе в туалет в древние времена. И дань брал за то, чтобы в туалет сходить. С этих, с римлян. А львы, видишь, в разные стороны отвернуты такие. Повернуты. Ага. Да. Так, пойдем дальше. Очень красивые места. Вообще, это Мальта, тут надо так находиться, находиться, находиться. И можно находить много красивых мест. Не-не, я его не трогаю. Я хочу его глазами посмотреть. Привет. Смотри, они не боятся, что самое интересное. Смотри, вот даже вот здесь сидит, видишь? Еще он боится, но полностью координация. Не, ну вот я мерз рядом с людьми, он сидит, правда, его кто-то покоцал. Да, здесь свои у них разборочки происходят. А вот это кафешка. Какое место. И вот здесь много, вон еще другого цвета тут тоже есть. Да, очень красивые тут места. Альберт Эйнштейн, ничего себе. Вот так вот. Видать, здесь Эйнштейн уже был. Получается так. Смотри, здесь, видишь, Эйнштейну стоит. Что написано там? Академия. Foundation. Founded. Фонд Академии, да, что-то такое. Здесь он то ли был, то ли учился, то ли преподавал. Это у них, не знаю, то ли она тут образовалась, эта академия. Ага. Вот она как. Вот она как. Ну, здесь какая красота. Здесь пушки стоят еще у нас. Это какой-то, видать, главный дворец местный. Да-да, ну дворец, ну как дворец такой, очень важное какое-то здание бывшее, скорее всего. Интересно, что вот с той стороны тоже, но здесь уже не Эйнштейн.
что-то другое. А, нет, Эйнштейн тоже, ничего себе. Нет, это же не Эйнштейн, вот этот. Гугли Маркони. Маркони. Тоже с этим университетом связан. А, тут лифт, ага. Ничего себе, смотри. А, так получается. О, смотри, какие здесь. Ничего себе. Ну, видишь, тут реконструкция делает. Да. Ой, какая здесь этот высота. Да. Такая смотровая площадка, типа, получается. Потом такая опасная смотровая площадка. Че везут-то? А вот есть кто-то у нас тут. Вообще здесь красивое место. Может быть, здесь даже платное иногда. Видишь? Это лифт, наверное, платный. Ну да, лифт платный, да. В данный момент не платный. А, может, даже и сейчас платный. Платный. Платный, да? Не-не-не, сейчас он не платный. Видать, когда-то платный, когда-то не платный. Какие-то дни у них. Да, друзья, вот такая вот красота здесь. Я буду экономить батарею, поэтому сейчас выключаюсь. Попозже что-нибудь еще нормальное такое красивое попробую показать. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте.